Сегодня всей страной мы отмечаем праздник День медицинского работника. И я от всего сердца хочу поздравить наших врачей, докторов, медсестер, пожелать им счастья, здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой. И сказать огромное спасибо за каждого из нас. Ваша Марта Серебрякова. Мне тебя, а как тебя мне часто не хватает.